Откликнулась добрая девушка, она в этот же день, буквально через пару часов, поехала с мужем туда. Котенка забрали, привезли. Под корень не было хвоста, одной лапки, уха и пол морды, пол носика. Шнырнет опять куда? Поймаю. Айзу мы нашли на помойке. В мусорном баке у Айзы был выжжен глаз, как будто бы сунули петарду или чем-то подожгли. Мы сделали операцию и глазик зашили. У него были парализованы задние лапы, он практически не передвигался. Это называется предательство со стороны хозяев. Я считаю, что не нужно заводить, если ты не можешь нести ответственность за них. Мы делали все возможное, чтобы его вылечить, чтобы поставить на 4 лапы. Ну и вот, слава богу, он сейчас уже бегает. Мы все массажистки-то для него.